Один из наших факультетов школы позитивной психологии – это сценическая игра. Вы скажете, что такое психолог? Учит нас на артистов, что ли? Нет, поймите, сценическая игра – это перевоплощение в какой-то изображаемый персонаж через эмоциональное, насыщенное воображение. А это эмоционально насыщенное воображение опирается на те ассоциации, которые в нашей памяти уже сложились. И вот поэтому тогда, когда мы учимся владеть эмоциями, когда мы учимся вот этой сценической игре, какую-то репродукцию вот этих знаний, которые вы приобрели в жизни, вот это перевоплощение, оно требует от нас, ну, какого-то затраты энергии, затраты эмоций. И самое главное, ощущение себя в других обстоятельствах. Вы посмотрите, как дети играют в дочки, матери, там еще в кого-то, партизанов или еще что-то. Поймите, вот через игру, через сценическую вот роль вы можете менять свое восприятие жизни, находить свое место в жизни. Понимаете, даже избавляться от многих недугов с помощью вот этого внушения другого состояния, актерского состояния. Эта игра не понарошку, это игра по-настоящему. И вот я бы рассказал вам о том, как научиться владеть эмоциями, как использовать эти эмоции в жизни, как доставать из глубин своей памяти ассоциации того опыта жизненного, который вы прошли. И мы с вами будем этим заниматься. Вот будем заниматься с вами на факультативе актерское мастерство в вашей жизни. Именно в вашей жизни. И это для вас очень важно. Я вам советую обратиться ко мне, узнать, как записаться на этот факультет и проделывать упражнения. Потому что многие упражнения даны в виде видеотренингов. Вы можете обращаться ко мне по скайпу. Я вам буду давать задания, которые вы будете выполнять. Или, может, приедете в Сочи, мы поиграем вот в этом курортном, субтропическом, приятном месте. Так что, друзья мои, факультатив «Актерское мастерство в вашей жизни». Рекомендую, очень рекомендую. Вы измените свою жизнь. Посмотрите, какой я актер.